В Сокольниках сегодня прошел танцевальный марафон. Его устроили для участников проекта «Московское долголетие». Об этом сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения. На соревнованиях были представлены танцевальные программы разных уровней, от начинающего до настоящих мастеров, которые станцевали джайв и танго. Что касается танцевального марафона, вот мы, есть такая идея сегодня, вот 1000 человек, как я сказал, зубы одновременно будут танцевать, вообще есть идея. Танцуй Москва, танцуй Россия. Мы хотим одновременно сеанс танца провести, ну, если не по всем городам России, то хотя бы по основным городам России. А потом мы еще покажем всей Европе, что мы можем не только чемпионаты мира по футболу организовывать, но у нас пенсионеры тоже могут нос утереть любому. Мы потом будем организовывать конкурс «Танцуй Россия, танцуй Европа». В рамках праздника в Сокольниках также прошел музыкальный концерт с участием популярных артистов эстрады и профессиональных танцоров.